Сегодня день сдачи проектов. Ботан Дилан очень нервничает. Хотя наверняка у него что-то крутое. Каждый раз он превосходит сам себя. Голограмма? У Мелани и Молли обычные 2D-рисунки, даже не цветные. Из-за Дилана у них нет шансов на хорошую оценку. Этот выскочка вечно задирает планку. Девочки решили его проучить и испортить его проект. Если у него будет плохая отметка, то им будет не так обидно. Достаточно просто залезть в код и просто рандом набить по клавиатуре, будто по ней код пробежал. У бедолаги Дилана паника. Это не его проект. Но директору это нравится еще больше. Он дает деньги на реализацию. Дилан напуган. Ему не нужны инвестиции. Но они нужны Молли и Мелани. Ну что, пора строить парк аттракционов в классе. Да так, чтобы сэкономить как можно больше денег. Первым делом нужно избавиться от всего скучного, что будет напоминать об учебе. Молли зря прогуливала физкультуру, но она и не хотела быть сильной. Она хотела быть красивой, и это у нее очень даже получается. А портфель за нее парни носят, и иногда Мелани. Она занимается метанием ядра и парней, которые не хотят идти с ней на свидание. По итогу все улетают. Прости, Дилан, надеюсь, он все еще умный. С партой расправились, можно и ботану помочь. Его прижал груз знаний. Лучшая помощь – это поддержка. Держи 5, дружище. Сперва нужно тщательно изучить план стройки, потом все забыть и сделать по-своему. Молли даже инструменты не нужны. Ее руки – оружие, запрещенное в большинстве стран мира. Она троюродная внучка Брюса Ли по результатам теста в Фейсбуке. Материалы для стройки готовы, пора приступать. А говорят, работа строителя очень сложная. Ничего сложного, сплошное веселье. Главное – соблюдать технику безопасности, если у тебя нет лишних пальцев. Девочки вошли в кураж. Автомат с игрушками почти готов. Мелани отобрала игрушки у малышей на детской площадке. Это было легко, дети оказались очень слабые. Банка от краски отправляется в урну. Ой, снова в голову Дилана. Дружище, ты в порядке? Пока он видит мир, как через маску Снэпчата. Дилан в восторге от автомата с игрушками. Девочки знают, как заинтересовать его еще больше. Содержимое портфеля Дилана отправляется за стекло. Теперь он главный клиент парка аттракционов. Придется платить за свои же вещи. У Мелани прям талант к бизнесу. Дилан оказался не таким уж и ловким. Придется заплатить еще немного. Естественно, шансы достать свои вещи невелики. Он и сам мог бы это просчитать. Он же умный. Дилан спустил в автомате все деньги, которые родители откладывали ему на колледж. Домашка по химии всегда его успокаивала после стресса. Он так медитирует. Разве это не чудо? Смешивая разные элементы, он создает новые, и они вызывают реакции. Проект вулкана Килиманджаро вдохновил девочек на еще одну бизнес-идею. В парке аттракционов обязательно должен быть автомат с попкорном. Пока Мелани отвлекает Дилана, Молли засыпает попкорн прямо в жерло вулкана. Это чревато сейсмической катастрофой, очень вкусной катастрофой. Вот бы все вулканы извергали попкорн, тогда бы девочки быстрее заработали свой первый миллион. Ну а пока они продолжают зарабатывать на своей смекалке. У Молли идеи не заканчиваются. Она придумала еще один аттракцион – ящик с секретом. Суть его проста. Кладешь туда предметы, а участники должны на ощупь определить, где какой предмет. Мелани первая попробовала. И ей очень не понравилось. Ботан Дилан предлагает Молли самой попробовать сыграть. Она и не против. Хитрец подменил шкурку от банана на носок. Молли в замешательстве. Напишите в комментариях, какой рукой ей лучше залезть. Дилан, тебе пора, впереди куча работы. Что там по плану в проекте? Хватит думать, Мелани уже все сделала. Вот только для игры нужен молоток. Молли его сделает из подручных материалов. Вам могло показаться, что это что-то не то, но не спешите с выводами. Не стоит сомневаться в девочках. Вот, взгляните, какой крутой молоток. И теперь подумайте о том, кого хотели бы им стукнуть по голове. Честный спор определит, кто будет бить, а кто будет получать. Мелани проиграла. Ох, не завидую я ей. Она довольно шустрая. Пока ни одного попадания.
Дилан тоже хочет попробовать, но Молли не собирается давать ему молоток. В ботанах слишком много обиды на крутых. Кто знает, на что он способен. Например, нажаловаться учителю. О, похоже, их оставят после занятий и вызовут родителей. Тем временем директор пришел посмотреть, как идет стройка. Ему очень нравится, дело движется довольно быстро. Зря он залез в аттракцион. Дилан решил поиграть, пока девочек нет. Директор слишком похож на суслика из аттракциона. Он будет в ярости, когда придет в себя. Девочки вернулись. Все обошлось предупреждением. Большая стройка продолжается. Аттракцион «Американские горки» готов. Но на ком бы протестировать эту мертвую петлю? Ну, конечно, есть на примете один летчик-испытатель. Дилан не сможет пройти мимо книги. Жертва клюнула наживку. Желание прочесть все книги в мире погубит его. Садись поудобнее, умник. Надежная фиксация ботана, чтобы не сбежал, и в путь. Ему никогда не было так страшно. Даже тогда, когда он забыл надеть очки, и ему показалось, что у него четверка, а не пятерка по тесту. Это как поездка с дядей по горной дороге, только в этот раз Дилан цел и невредим. Но какое-то время придется попить успокоительные. Адреналин – это не для ботанов. Нужно поскорее убираться отсюда. Дальше по плану стройки у нас тир. Для него нужна полка, на которой будут стоять наши мишени. Ее нужно покрасить. Но Молли слишком крутая, чтобы делать грязную работу и красить ее. Она не читала Тома Сойера, это просто совпадение. А вот Дилан читал и, похоже, вообще ничего не понял. У Молли есть дела поважнее. Кстати, она нравится Дилану, правда красивая? Банку с краской нужно закрывать, а то можно надышаться испарениями. Или чего хуже, она засохнет. Это не первые галлюцинации в его жизни. Эй, полку нужно докрасить. Это говорит Молли или курлычет голубь? Посмотри на Мелани. Она пробует новый макияж. По-моему, очень даже ничего. Дилан не выдержал такой красоты подруг. Он привел врача, чтобы совсем разобраться. Врач видит двух обычных девочек, а не сказочных чудовищ. Доводить людей до безумия весело, но вы так не делайте. Молли надула сотню шариков для тира. На самом деле их меньше, просто она плохо считает. Дилан – первый клиент. Он идеально рассчитает траекторию и попадет точно в цель. С таким зрением, как он вообще сюда дошел? Молли предложила попробовать самонаводящиеся дротики. И это работает. Самооценка ботана никогда не была на такой высоте. На мгновение ему даже показалось, что одним дротиком он попадает в 4 цели. Но это не его заслуга. Это Мелани, она тренировалась на трубочках с жеванной бумагой. Выбивает 10 ботанов из 10. Молли любит пощекотать нервишки, поэтому в парке аттракционов появилась комната страха. Желающих оказалось очень много. Правда, второй раз заходить никто не хочет. Поговаривают, один мальчик вышел седым трясущимся старцем. Эта девочка еще легко отделалась. Хорошо быть ребенком и бояться всяких монстров, а не банковских счетов. Комната страха окупила все затраты в 100 раз еще до обеда. Даже Дилан набрался смелости. Он уверен, все можно объяснить законами физики. Вам, наверное, интересно, что там внутри. Ну, давайте сходим вместе с Диланом, это точно будет весело. Ничего необычного, даже подозрительно. Это медицинский кабинет врача. Да, но зубного врача! Нет такого ребенка, который не боялся бы дантиста. Бедолага сам на это пошел. Ну, как твои законы физики помогли? Хоть зубы ему и не вылечили, но заплатить нужно. Гениальная бизнес-идея, но, видимо, желающих больше нет. У наших строителей обеденный перерыв. Стакан Дилана вдохновил Мелани. Нет, не на сортировку и переработку пластика, на кое-что получше. Во всех парках аттракционов есть такая штука. Все просто. Выбей пирамиду из стаканчиков и получи приз. А приз любезно предоставил Дилан. Это его любимый плюшевый мишка Тедди. Он стесняется в этом признаться. А это сложнее, чем кажется. Вероятность, что Тедди останется у Дилана, весьма велика. Но никто не говорил, что нужно играть по правилам. Молли нашла выход из ситуации. Нет-нет. Нет-нет. Ну вот, теперь она выиграла мишку.
Дилан хочет отыграться. Конечно, подруги предоставят ему такую возможность. Он применит все свои знания, силу и любовь к плюшевому медведю. Ставки слишком высоки. Вот это бросок! Дилан выиграл! Несите приз! Конечно, за такой бросок он заслужил на суперприз. Такой Тедди может сломать ему кровать и самого ботана. Дилан придумал новый аттракцион. Такого нигде нет. Но только он начал рассказывать, уже стало скучно. «Ну ты душнила, Дилан. У Молли есть идея получше, чем слушать ботана. Он плюется, когда говорит. Познакомьтесь, его величество Сквозняк. Больше никаких скучных чертежей. Этот стол нужен для кое-чего покруче. Это очень интригующе. Ну, конечно, аэрохоккей. Любимая забава в парке аттракционов для тех, кого уже стошнило на качелях. Теперь и у наших ребят есть такой. Комплекс отличника не позволит Дилану проиграть. Еще и девчонки. Но не стоит недооценивать Мелани. В кулачном бою она бы с легкостью отправила ботана в нокаут еще в первом раунде. Интрига в игре накаляется. Никто и не собирается уступать. На турнирной таблице ничья. Такой исход не устраивает игроков. Каждый рассчитывает только на фееричную победу. Мелани поняла, что без хитрости ей не одолеть соперника. Молли и с этим поможет. А вернее, подруга-стихия. Сокрушительная победа над умником Диланом войдет в историю школы. Кэнди-бар – это львиная доля доходов в этом бизнес-проекте. Мелани случайно уронила леденец, так и узнала, что он волшебный. А что с ДНК? Вау, съедобная ДНК! Супер! Буквально все вокруг перевоплощается во вкусняшки. Такая магия мне по вкусу. Молли захотела съедобные пуговицы – держи. А как насчет того, чтобы поднять ставки? Кто знает, чем это может закончиться. Теперь у Молли желейная челка. А каким шампунем ее мыть? Дилану девочки доверили самое ответственное – уборку. Он вроде справляется. О, это же директор. Надеюсь, он не мстить пришел за удар по голове. Фух, он об этом даже не помнит. Просто проверяет, как тут дела. Мелани и Молли начали кричать, что им не хватает бюджета, указанного в смете. Но директору это не интересно. Он увидел аттракционы и теперь не видит больше ничего. Он сегодня приехал на работу на трехколесном велосипеде. Главное, что он в восторге от проекта. Ему нравится все. О нет, он явно не в порядке и нуждается в присмотре. Может позвонить его маме? Хотя, может, главное то, что все остались довольны, а некоторые даже неплохо заработали. О, посетители, вы видите людей, а молодые предприниматели видят хрустящие купюры. Это будет работать, пока налоговая не узнает о незадекларированных доходах в бюджете школы. Этот опыт сделал из ботана Дилана крутого парня. Это какая-то магия. А Мелани почему-то вмиг стала ботаншей. Происходит что-то странное. Ну да, это же трун-трик. Первая любовь в колледже – самая яркая и запоминающаяся. Мелани впервые пытается обуздать торнадо из чувств внутри себя. И как у большинства, у нее это не очень получается. Красавчик Дилан даже не знает о ее существовании. Он меряет всех по популярности ТикТока. К сожалению, в виртуальном мире Мелани еще более аутсайдер, чем в реальном. Так что бедная девочка неинтересна популярному красавчику. Старшая сестра Мелани очень популярна в ТикТоке. И в колледже все любят Кайли. Она в команде «Черлидерш». На несчастную отверженную даже она не обращает внимания. Мелани так громко плачет, что придется сперва с ней разобраться. Утешить влюбленную девушку непросто. В интернете рекомендуют сладости. Но подписчиков от конфет не прибавляется. Только прыщи. Она всегда мечтала стать красавицей, как старшая сестра. Она так закомплексована, что решила до конца жизни ходить в маске. Маска, конечно, жуткая, но не так, как лицо у младшей сестры. Кайли уверена, все можно исправить. Это просто переходный возраст. Немного девичьей магии сделают из нее настоящую красавицу. Нужно лишь правильно подобрать мейкап. Старшая сестра берет этот вопрос под свою ответственность. Для начала нужно избавиться от прыщей. Их так много, и они огромные, как японские вулканы. Осталось немного подождать, и мы, наконец, увидим лицо Мелани. Она не верит своим глазам. Теперь, наконец, понятно, где у нее нос. Кайли просто волшебница. Кайли уверена, что в ТикТоке можно сделать популярным даже дерево. Деревом, может, и можно, но вот Мелани... Воу, задачки по математике. Помогите девочкам, напишите в комментариях правильный ответ. Спасибо. А у них неплохой дуэт получился. Есть и ум, и красота. Посмотрим, как обстоят дела с подписчиками. Воу, это невиданный успех для ботанши.
Еще один урок популярности. Кайли должна научить Мелани делать селфи. Случай весьма сложный. Ей лучше бы держаться подальше от камеры и не улыбаться вовсе. Может, все дело в том, что Мелани целыми днями поедает конфеты, отсюда и кариес. Пора переходить на отбеливающую мятную жвачку. Но конфеты вкуснее. Но этим и опасны коварные леденцы. Терпение Кайли кончилось. Придется вытрясти из Мелани все сладости. Да их тут больше тонны. Так ее зубы белыми никогда не станут. Есть у Кайли один проверенный способ. Даже в такой запущенной ситуации можно спасти улыбку. С помощью усилия старшей сестры и зубной щетки Капа проведутся ручные работы по чистке всех зубов. Очень тщательно, очень тщательно. Главное, чтобы зубы вообще остались после этой процедуры. Такой волнительный момент. Ну давай, Мелани, покажи. Вот теперь ее улыбка ослепляет даже астронавтов на орбите. Кайли нужно снять обеденный ТикТок, но дурацкое освещение сломалось. Придется покупать новое. Или, может, использовать новую улыбку сестры вместо кольцевой лампы. Отличная идея. Теперь Мелани и штатив, и освещение. Бедняжка не сдается и пытается научиться делать селфи. Она никак не может подобрать правильный ракурс и понять, какая у нее сторона рабочая, как будто обе уволила природа. Кайли берет этот вопрос на себя. Сейчас посмотрим, в чем проблема. Сама Мелани — это одна сплошная проблема. Кайли снова берется за волшебную шкатулку. Наверняка там есть что-нибудь и на этот случай. Мелани такого никогда не видела. Это ее первые в жизни уроки, как быть девочкой. Комплекс отличницы здесь не распространяется. Случай действительно сложный. Пока сестра развлекается с попытом, Кайли пытается спасти ее лицо. И у нее понемногу получается. Давайте рассмотрим результат поближе. Таким чистым ее лицо еще не было никогда. Пока Мелани учила уроки, сестра приготовила для нее новый волшебный инструмент. Для ботанши это что-то новенькое. Кстати, где она подевалась? О нет, Мелани решила, что это валик для краски и собралась им рисовать. Кайли буквально в последний момент спасла свой девайс. Это совсем не для краски, глупышка. Этот валик разгладит твое лицо и появится новое, более похожее на человеческое. Давайте попробуем. Осталось только дождаться миг успеха. Упс, что-то она перестаралась. Кайли считает, что пора бы Мелани отказаться от очков. Для начала нужно подготовить для взглядов окружающих то, что много лет скрывали те самые очки. Пришло время выкосить это поле бровей. Как из-под них ей вообще что-то видно? Да, это долго и немного больно, но взгляните на результат. Теперь у нее две брови, а не одна. Сама Мелани даже не думала, что так можно было. У нее лучшая в мире старшая сестра. Кайли обожает примерять смешные маски из ТикТока. Пора бы и младшей сестре попробовать. Она такая смешная с усами. Так, стоп, это не маска? У нее реально растут усы. Ей стоит меньше перечитывать вторую поправку. Это точно как-то связано. А сейчас Кайли готова раскрыть главный секрет всех девушек. Это будет переломный момент в жизни Мелани. Итак, пора бы ей избавиться от огромных джунглей под носом. Там наверняка уже армия повстанцев прячется. Легким движением мы избавляемся от усов навсегда. Да, так делают все девочки. Реально прям все. Только тссс. Теперь капуста с бургера не будет болтаться над губами Мелани. Отличная работа. Совершенно случайно Мелани наткнулась на патч для губ старшей сестры. Любопытная штуковина. Конечно, интересно попробовать, как это вообще работает. Естественно, инструкцию она не читала. Теперь он не снимается, и она бежит за помощью Кайли. Не стоит без спроса брать чужие вещи. Мелани просто хотела такие же губы, как у моделей в глянцевых журналах. Но ее губы по-прежнему похожи на двух очень старых гусениц. Кайли не хочет ее расстраивать и хочет помочь. Придется хорошенько покопаться в волшебном сундуке. Но нетерпеливая сестричка придумала свой способ. Старый добрый пылесос. Она сняла насадку и включила самый мощный режим. Это будет ее первый поцелуй. Кайли уже нашла специальную помаду. В последний момент она успела спасти ее. Кайли забыла выключить пылесос. И теперь он засасывает все ее украшения. Естественно, она винит Мелани в этом. Но не себя же. Больше никакого пылесоса. Никогда. Даже убирать без него. А для губ лучше начинать с помады.
Вау! Теперь она готова к своему первому поцелую. Надеюсь, он будет с кем-то посимпатичней пылесоса. Еще одна проблема, с которой придется разбираться Кайли, это длинные и запутанные волосы Мелани. Это еще что, конфета? Как она здесь вообще оказалась? Ладно, неважно. Не может быть! Линейка! Ботаны – удивительные существа. Кайли так расческу сломать может. Вау, 100 баксов! Это очень уместное вознаграждение за все ее старания. Пока она расчесывала младшую сестру, даже не заметила, как накачала себе руки. Теперь она может запросто победить в соревнованиях по армрестлингу. Побольше лака, и из этого может даже что-то получиться. Вау, неплохо. Теперь у Мелани есть неплохие шансы покорить своего краша. Пришло время для отделочных работ. Мейкап, который спрячет лицо ботанши. Осталось придать немного блеска образу. Вот оно, волшебное зеркальце с пудрой. Не вовремя Мелани чихнула. Теперь блестит Кайли, а младшая из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя. Зато старшая теперь похожа на живой памятник. Мелани увидела, что крутые сверстницы носят пирсинг. Ей тоже захотелось немного экстремальных украшений. Кайли это может легко устроить. У нее все для этого есть. Несите тряпки, будет много крови. Ой, почему-то Мелани перехотела пирсинг, и так нормально. Она буквально умоляет сестру, но это лишь шутка. Не будет же Кайли строительным степлером делать пирсинг. Хотя, кто ее знает, не обязательно прокалывать нос. Есть специальные серьги на магнитах. И теперь ботанша выглядит как трендовая тиктокерша. Кайли может гордиться проделанной работой. Но, честно говоря, далеко не все еще идеально в Мелани. Самое время заняться модным приговором. Нужно подобрать подходящий образ, раскрывающий глубокий внутренний мир младшей сестрички и скрывающий внешний. Точно не хип-хоп. Поехали дальше. Может, она дерзкая спортсменка? Навряд ли. Может, амбициозная выпускница? Очень похоже, но пока рановато. Может, что-то из вещей Кайли? Вау! Не верю своим глазам. Это и вправду неплохо. Теперь они уже похожи на сестер. Ну, почти. С обувью по-прежнему нужно что-то решать. Самое время познакомить Мелани с ее величеством туфлями. Ботанша слишком боится высоты, чтобы пойти на такой риск. Кайли не позволит пилить каблуки на брендовых туфлях. Первые шаги леди всегда неловкие и по-милому смешные. Но в случае с Мелани это просто ужасно. Еще и травма опасна. Первый месяц придется ходить в специальной защите. Кто не падал, тот не поднимался. Кайли знает, как мотивировать сестру. Придется идти на хитрость. Эй, Мелани, взгляни, кто у нас тут. Посмотрите, как уверенно она идет к своей мечте. Когда видишь цель, то не видишь препятствий. Мелани теперь совсем не узнать. В ее образе остались лишь финальные штрихи. Немного бижутерии не помешает. Я же сказала немного, а не весь сундук пиратских сокровищ. Сейчас Кайли подберет что-нибудь сама. Минуточку, сестричка. А вот и вся старая бижутерия, которую носила Кайли в свои школьные годы. Вот так, значительно лучше. Прекрасно, великолепно. Интересно, а все ботанши грызут ногти? Кайли решила посмотреть, как обстоят дела с маникюром. Ногти Мелани будто грызла стая акул. Давайте попробуем и с этим разобраться. Ну вот, совсем другое дело. С таким маникюром можно драматично давать пощечины красивым парням. Мелани, не воспринимай это буквально. Эй, поаккуратней. Пожалуй, слишком острые получились. Сперва пусть подстрижет лужайку, и можно сточить их. Смотри, Мелани, какая ты красавица, видишь? Нет, она не видит. Для этого ей нужны очки. У нее один глаз минус 6, а другой плюс 4. Ситуация сложная. У Кайли есть идея. Волшебная коробочка, вот что нужно. Пусть попробуют линзы. Они прозрачны и не мешают смотреть на нос. И очки можно не надевать, и все видно. Ее в колледже никто не узнает. Вот даже телефон не узнает.
Кайли решила разобраться с портфелем сестры. Что она там вообще носит? Книги и тетради? Она что, ходит в колледж учиться? Пора переходить на миниатюрную сумочку. Но она такая маленькая, что в нее даже телефон не помещается. Мелани прилагает все усилия, лишь бы его туда впихнуть. Она сейчас порвет ее. Может попробовать сумочку чуть больше? Вот теперь отлично. Мелани готова покорить своего возлюбленного. Пожелаем ей удачи. Фото на память об этом моменте преображения. Кайли гордится проделанной работой. Мелани сразу привлекла внимание всего колледжа своей красотой. Все решили, что она новенькая. Теперь она точно будет самой популярной. Все хотят с ней дружить. Даже у красавчика Дилана отвисла нижняя челюсть от ее красоты. Он зовет ее на свидание. Но давайте посмотрим его ТикТок. Прости, малыш, набери хотя бы 500 000 подписчиков, потом поговорим. А Мелани он больше не интересен. Зачем любить кого-то, когда можно любить себя и немного сестру, которая научила ее быть собой? Кстати, кто, по-вашему, из них круче? Напишите в комментариях свой ответ. Они ждут с нетерпением. О, вот уже первый. Девочки выросли, но конкуренция осталась. Более того, все усугубил капитан футбольной команды Джексон. Нереальный красавчик. Его воздушный поцелуй достался Кайли. Саммер этого не переживет. Она спрятала помпон Кайли под одним из стаканчиков. Вы успели запомнить, под каким? Напиши свой ответ в комментариях. Вернем Кайли помпон. Красота и сила Джексона компенсируется в его успеваемости. Несмышленый парень ищет поддержки в классе. Ищет там, где ее нет. Девочки озабочены своим маникюром. У Кайли простой и со вкусом, а Саммер мастер обслуживает прямо на уроке. Пальцы девочек вводят в заблуждение Джексона. Okay. Да уж, хорошая оценка ему не светит. Богатая черлидерша Саммер неустанно оттачивает движение. Даже в таком дорогом доме ей мало места для победного танца. Саммер не привыкла тесниться. Немного денег, и пространство увеличивается по одному клику. Если где-то увеличивается, значит, где-то уменьшается. Но кому есть до этого дело, точно не Саммер. В ее интересах капитан футбольной команды Джексон. Этот красавчик – причина бессонных ночей всех девочек в колледже. Саммер удалось заполучить его автограф. Но жадность богатой девочки требует и мяч, на который претендует еще и Кайли. Джексон – сторонник справедливости. Так пусть мяч достанется самой ловкой. Кто из них поймает, то и он и достанется. Два точных удара, и мяч поймал Джексон. Весьма справедливо. Девочкам до его ловкости далеко. Кайли и Саммер решили заняться растяжкой. Саммер может себе позволить личного тренера, а Кайли придется самой через боль идти к успеху. Результат Саммер не заставил себя ждать. Она удивила даже тренера, а главное – красавчика Джексона. Кайли нельзя отставать от богатой подруги. Придется наверстывать, и она даже знает как. Ого, с такой скоростью еще никто не садился на шпагат. Кайли – фаворит спортзала, она в центре внимания. А Саммер запуталась в себе буквально. Кайли делает невероятные успехи. Сегодня она замахнулась побить рекорд Саммер по высоте растяжки. Весь колледж собрался на это посмотреть. Вау, невероятно! Она это сделала. Это точно новый рекорд. Отныне Кайли самая крутая черлидерша в колледже. Саммер в ярости. Она не умеет проигрывать. И так просто это не оставит. Высота – ее второе имя, а теперь и место жительства. Кайли проголодалась, но цены в столовой разорят ее семью. Для Саммер это не проблема, она оплатит за все смартфоном.
У Кайли тоже есть телефон, но его придется отдать, чтобы поесть сегодня. Не то чтобы он был очень нужен продавцу в кафе. Ну ладно, выручу бедняжку. Саммер отчаянно пытается во всем перегнать бедную Кайли и побыть рядом с Джексоном. И вот у Джексона что-то со спиной. Это ее шанс. Иглоукалывание? Джексон больше всего на свете боится иголок. Как вовремя Кайли оказалась возле него. Вот она, экстренная помощь. Теперь он здоров и никаких иголок. Но, похоже, теперь самой Кайли понадобится помощь. Иголки Саммер очень кстати. Джексон обедает за столом для самых популярных в колледже. И возле него осталось одно место. Кому же оно достанется? Саммер пойдет на все ради него. Даже на подкуп и подлую хитрость. Забег начался! Упс! Джексон не позволит Кайли упасть. Зефирки смягчили падение. Какой же он все-таки крутой! Подлость Саммер ее подвела.